Всем привет, с вами Андрей Нефёдов, это Школа Блогеры. Я хотел сказать, это худшие пародии. Конечно же, это худшие пародии. Но прежде чем мы посмотрим худшие пародии, я хотел вам кое в чем признаться. Я смеюсь над детьми. Именно поэтому мне опять пишут паблики. Вот этот паблик и вот этот паблик. Они говорят: Дима, ты смеешься над детьми. Ты аморал. В тебе нет ничего святого. Но во мне есть кое-что святое. И это ваши комментарии. Кажется, пистолет сломался. Время истекло. Одна из моих любимейших. Просто любимейших. Я так обожаю. Обобжаю, да. Татухи набили, губы налепили, ногти напилили, негатив удалили, позитив настили. Вот за эту строчку я люблю. Только я бы немного исправил. Негатив удалили, Роблокс запустили, на позитифона подписались. Я бы так сказал. Съемку этого видео я потратила 10 часов, а на монтирование целых 5. Так что, пожалуйста, не ставьте мне дизлайки. Я очень старалась. Это время истекло на стиле пародии. Кавер бай Алена Товстик. И я думал, здесь будет пародия, а не мольбы не ставить дизлайки. Господи, Алена, не надо начинать свое видео с мольб о том, чтобы тебе не ставили дизлайки. Угадай, что будет. О боже мой, твои мольбы. Твои мольбы, они тебя не спасли. У тебя 718 дизлайков. Алена, я тебе поставлю лайк. Я поддержу, ладно. Даже не думай, что-то от меня тяна все остается в силе. Съемку этого видео я потратила 10 часов. Мы эту ночь сегодня будем разукрашивать, а мы на стиле. А на монтирование целых 5. Даже не думай, что-то от меня тяна все остается. Боже мой. Знаете, почему здесь волк из «Ну погоди»? «Ну погоди» — советский мультик. А это значит, Алена Товстик работает на Кремль. Она работает на Кремль. Я не буду смотреть дальше это видео, все. Время истекло, на стиле, пародия. Вейн Келлер. Мы на квартире. Если бы это была игра «Сто к одному», это был бы самый непопулярный вариант ответа. Мы на стиле, мы на квартире. Сегодня ночью будем отвисать в самом лучшем стиле. Он продумал, конечно, все, подготовился, как и все те, кто снимает пародии. Они всегда сидят ночами, пишут сценарий, готовятся, распеваются, придумывают, делают раскадровки к своим клипам, к своим пародиям. Даже не думай. Даже купил очки в стиле Майнкрафта. И все. Мой пати мне срывать, у нас все остается в силе. Боже мой, сейчас так мало. Мало пародистов, которые попадают в текст. И это один из них. Все остается в силе. Двери запилили, жрачки накупили. Жрачки накупили, это твоя жрачка. Две бутылки шампанского, какие-то орешки и другие орешки. Боже, школьники, вы этим питаетесь? Или стены облепили, всех друзья. Это шоу одного актера, или я не понимаю, или у тебя просто нет друзей? Как я постоянно смотрю на пародистов, у которых нет друзей. Вы мои друзья, вы мои лучшие друзья. Стиле мистер Вейн на стиле и Ашот на стиле. Это лучшая пародия на Кавказца. Каждый раз они переплевывают друг друга. Сначала Власос, теперь Вейн Келлер. Стиле он the party soul. Это время и окно. Как показать время? Блин, как же мне показать время? Ах да, часы, 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 точно. Покажу часы, время, покажу часы. Это время и окно. Как спародировать стекло? Чем можно заменить стекло? Пародия. Произведение искусства, имеющее целью создания у читателя-зрителя комического эффекта за счет намеренного повторения уникальных черт уже известного произведения в специально измененной форме. Как же мне изменить форму? Время и стекло. Время и окно. Боже, да я гений. Я просто гениален. Жора, а ему просто мне внезапно очень плохо стало.
где пародия, где смеяться после... Что за Жора? Кто это вообще? Кто этот новый персонаж? Это Милена Чижова, я не понимаю, это Марьяна Ро. Вы подлечите! Жора, Жора! Помогите мне! Она орешками траванулась, я говорил. Не покупайте эту херню! Господи, да это лучше! Это просто лучше оригинала. Браво! Парад качественного контента продолжается, и следующая пародия у нас на очереди. Время и стекло мы настили, пародия. На мехмате. Эта девушка, вот эта барыня, мне напоминает Эмми Фару Фаулер из «Теории Большого Взрыва». Они все мне напоминают персонажи «Теории Большого Взрыва». Мы на мехмате. Даже не думай что-то отменять у нас и... Мы эту ночь сегодня будем зажигать с тобой. Мы на мехмате. Матстат, вычиф, он кан, БД, диплом. Отложим все, мы на мехмате. Урматы решили пары пропу... Боже, это Волда. Это Волда, да, знаете? На мехмате учится Волда. Боже мой, я даже не знал. Я сразу лайк поставлю, все. К научу сходили, знания копили, сессии закрыли, третий курс забрали. Гений. Боже, он даже двигается так же, как Волда. Посмотрите, Волда здесь не двигается, но я представляю, что он двигается точно так же, как этот чувак. И приток, это первый и второй поток. Теоремы, интегралы. Боже мой, это потрясающий клип. Эми Фара Фаулер и Волда. Что может быть лучше? Моя мехмат, пролетели временные интервалы. Деканат еще нас не отчислил. Наш замдекана, он всегда на стиле. Я понял, зачем снимался этот клип. Для того, чтобы всем проставили зачеты. Как хитро, Эми Фара Фаулер. Я знаю, что ты умная, но, блин, настолько хитро поступать нельзя. А это Гейб Ньюэлл, боже мой! Где Half-Life 3? Гейб Ньюэлл, где Half-Life 3? Я не понимаю, почему ты в клипах снимаешься вместо того, чтобы Half-Life 3 делать? Мама, I'm a star, математиком я стал. Мама, I'm a star, математиком я стал. Мама, I'm a star, математиком я стал. Пишите в комментариях, мама, I'm a star, и продолжение этой фразы. Я уверен, именно у тебя сейчас назрело гениальное продолжение, которое ты напишешь в комментарии, а я почитаю. А эти кадры, они опасны. Не снимайте такие кадры, они очень опасны. Боже мой, я не могу смотреть, когда такие кадры снимают. Меня могут заблокировать. Меня лично, не канал, а меня прям заблокируют. И меня больше не увидит никто. О боже, это Лиска? Или это Лиска? Не смешно, я знаю, не смешно. Вы же любите, вы же обожаете Лиску. И нельзя произносить имя Лиски в суе. Так что все, все, больше я не буду шутить про Лиску. Все, никогда, ни за что. Матстат, вычиф, он кан, БД, диплом. Отложим все, мы на мехмате. Урматы решили, пары пропустили. Как бы продолжить нашу пародию, уже стемнело. Уже преподаватели нас выгоняют, сказали: мы вам не поставим зачеты, мы раскусили вас, идите учите, идите готовьтесь к сессии. Но доснять-то надо. Давайте возьмем тележки, покатаемся на тележках. Это будет оригинально, да. Пусть Эмма Фара Фаулер возит Волда. Потому что Волда, он более женственный, чем Эмма Фара Фаулер. Мы на мехмате. Поздравляю, Лиска, ты набрала 1 000 000 подписчиков. Все думают, что благодаря Дису Натеву. Господи, нет. Благодаря этому клипу. Крутые. О боже. Крутые. Няшки.ком. Ничего не напоминает? Я не буду смеяться над детьми. Лиза и Настя, это Виталина. Поставьте свою общую фотку на аватарку. А так все отлично, мне нравятся милашки и няшки.
Они поставили свою общую аватарку, боже мой. Перенесемся, просто телепортируемся в следующую, финальную пародию. Клип пародии «Время и стекло» на стиле баян. Хорошо хоть не Янго. Особо впечатлительным, лучше отойти от экранов. Следующие кадры могут вас шокировать. О боже, вот этот чувак, он мне напоминает из Твин Пикса того длинного мужика, того высокого мужика, короче, страшного. Посмотрите, он прямо в душу вам смотрит. Как хорошо, что у меня нет души. Боже мой, я просто должен это досмотреть. Я не смогу его досмотреть.